Библейский портал экзегет.ру представляет. Досточтимые друзья, мы продолжаем наши занятия по Евангелию от Иоанна. И сегодня мы будем читать 9 главу. Она начинается словами: «И, проходя, увидел человека слепого от рождения». Амвросий Медиоланский пишет: «Ты слышал, сын, евангельское чтение, в котором описано, как Господь Иисус, проходя мимо, увидел слепого от рождения? Стало быть, и мы не должны проходить мимо того, мимо кого Господь не счел возможным пройти, особенно потому, что он был слеп от рождения». То есть мы не можем проходить мимо инвалидов, людей больных, потому что, собственно, нравственность общества, она познается из нашего отношения к инвалидам, пожилым и детям. И если общество выстраивает неправильные отношения с детьми, пожилыми и инвалидами, то это глубоко больное общество, которое само находится в некой такой инвалидности, погружении в состояние бесчувствия. И далее мы читаем: «Ученики его спросили у него: Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии». Таким образом, мы видим как бы три причины, почему человек может оказаться в подобном состоянии, в крайне болезненном состоянии. Это личные грехи человека, это грехи его родителей и то, что называется «к славе Божией». В каком случае болезнь может оказаться для славы Божией, чтобы явить дела Божии? Когда в болезни мы произносим самые пламенные молитвы перед Богом, в состоянии недуга мы отказываемся от грехов, и в Писании вообще прямо сказано, что страдающий плотью перестает грешить. Поэтому не случайно в Библии говорится, что лучшая пора – труд и болезнь. Труд – мы занимаемся общественно полезным делом, болезнь – мы думаем о том, как нам заслужить исцеление от этого недуга. Болезнь бывает к смерти. Бывает болезнь, которая заканчивается исцелением. В каждом таком случае Господь сам решает, как будет протекать болезнь наша. Григорий Великий, двое слов, Папа Римский, пишет: «Ведь один удар – это тот, которым ударяется грешник, чтобы быть непременно наказанным». То есть болезнь за грехи. «Другой, которым грешник ударяется, чтобы исправиться». Сходное. «Третий, которым иногда наказывается кто-то не для того, чтобы исправить прошлое, но чтобы не допустить будущего. Другой, в основном и применяемый, через который и прошлая вина не исправляется, и будущее не запрещается, но чтобы между тем, как неожиданное спасение следует за ударом, после размышления более пылко была любима добродетель спасающего». Вот здесь тоже как бы несколько таких позиций, и каждая из этих позиций несет назидание больному.
То есть болезнь может быть как некий удар, чтобы наказать грешника, но наказания Божие, они всегда имеют некое педагогическое значение. Еще Платон говорил, что наказание должно иметь только педагогическое значение. А другой случай, когда грешник ударяется, чтобы исправиться, ну, это сходная ситуация. Третий, и далее говорится подробно, когда таким образом мы очищаемся от прежде содеянных грехов. Когда таким образом мы как бы исправляем свое прошлое в теперешнем нашем настоящем. Действительно, мы вели беспечный образ жизни, и даже с медицинской точки зрения это послужило развитию тех или иных недугов. А с религиозной точки зрения это возмездие за преступление, чтобы человек мог на земле как бы понести наказание, чтобы в будущем он пережил Божье прощение по принципу, что заодно дважды не наказуют. Перечитаем этот отрывок. Ученики его спросили у него: «Рави, кто согрешил, он или родители его, чтобы родиться слепым?» И Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии». И четвертый стих. «Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день, приходит ночь, когда никто не может делать». Здесь Христос говорит о том, что исправление человека должно происходить тогда, когда человек еще жив. А когда человек уходит во мрак смерти, там отсутствует как бы возможность исправления этого человека. И мы должны стараться все делать для того, чтобы к моменту нашего ухода мы всецело бы очистились. Некоторые ставят под сомнение то, что мы отвечаем за грехи родителей. И в Библии действительно есть тексты, в которых говорится, что мы отвечаем за грехи родителей, и есть тексты, где говорится, что каждый несет свою вину, и сын за отца не отвечает. Но реально ситуация такова, что мы несем на себе последствия грехов родителей. Не как личную нашу вину, и в этом действительно правильно сказано, что сын за отца не отвечает, но как последствия преступлений наших родителей. Дети алкоголиков, наркоманов родятся больными. Это реальность, в которой мы живем. Даже если ваша мама слишком много кушала сладкого во время беременности, это может сказаться на ребенке с физиологической точки зрения. И особенности характера, они тоже передаются. И мы, когда видим нового члена нашей семьи, мы вглядываемся в него, на кого же он похож. А когда он вырастает, то мы оцениваем уже его характер и говорим: упрямый, как бабка, или упрямый, как дед. Это та реальность, в которой мы живем. Далее Христос говорит: «Доколе я в мире, я свет мира». Связав 4 и 5 стих, мы делаем вывод, что когда Христос был на земле, в своем боговоплощении, это был непрекращающийся день. Но когда он покидает этот мир, наступает некий мрак. Когда Иисусу Христу говорили, спрашивали его: «А почему твои ученики не постятся?» Он говорил: «Пока с ними жених, они не могут поститься». Действительно, а кто будет поститься на брачном пире? Но когда отнимется у них жених, тогда они будут поститься.
«Доколе я в мире, я свет миру». Что означают эти слова? Блаженный Августин пишет: «Какова та ночь, после наступления которой никто не может делать? Послушай, каков день, и тогда поймешь, какова ночь. Как мы услышим, что это за день? Он сам говорит: доколе я в мире, я свет миру. Значит, он сам и есть день. Он говорит: вот я с вами до скончания века. Тот день, который совершается за один оборот этого солнца, имеет мало часов, день присутствия Христа продолжается до скончания века». Августин предлагает немножко другое решение. Он говорит: да, Христос, он как бы говорит, да, Христос вознесся, но он не оставил нас. И действительно, в святых дарах мы имеем непосредственное общение со Христом. Но когда Христос жил на земле среди людей, это был ясный день. А когда он вознесся, брачный пир как бы прекратился, и мы постимся, мы молимся, мы чувствуем некое борение, что оно усиливается в этом мире. И здесь уже другой формат этого дня, как сказано: «И свет во тьме светит, и тьма не может его объять». Христос продолжает действовать в этом мире, где двое или трое соберутся во имя Его, там Он посреди. Он присутствует в нашем мире в святых дарах. Когда мы читаем Святое Евангелие, это очень важное общение со Христом. Сказав это, то есть сказав: «Доколе я в мире, я свет миру», он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. Тот, кто рождается слепым, он даже не имеет представления о том, что такое видеть. Мне однажды пришлось беседовать с мальчиком, который был слепорожден, и он таким оставался. И я его спросил: а как ты думаешь, что такое видеть? И он очень интересно ответил: это чувствовать, не дотрагиваясь. Чувствовать, не дотрагиваясь, через глаза, сказал он, и показал на свои глаза. И известны случаи, когда люди, которые слепорожденные, потом обретали зрение, они попадали вообще в другое как бы измерение. И в одной книге я читал, что один такой человек, переживший исцеление, а он, увидев дерево впервые в жизни, упал на колени и стал молиться, прославлять Бога. Увидев звезды, солнце, луну, он переживал потрясение. Увидев лица своих родных, близких, а он тоже переживал некое потрясение. Когда оказался на природе и видел цветущие краски летнего леса, поля, он был потрясен, тоже упал на колени и начал молиться. Почему в случае с этим больным Христос поступает так, как он поступает? Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. А в других случаях Христос просто говорит слово, и человек исцеляется. В других случаях Христос прикасается к человеку, возлагает руки на него, и человек исцеляется. Или кто-то прикасается к его одежде и переживает исцеление. А почему вот в этом случае такой сложный какой-то ритуал? Он плюнул на землю, сделал брение, то есть грязь смешал со слюною, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. Потому что мы люди разные. И каждому из нас нужен свой подход.
Ориген пишет: «Я считаю, что это было сказано, чтобы показать, что слюна Христа имеет качество целительной силы. И если не сам слепой просил, чтобы ему прозреть, тем не менее он достоин похвалы, потому что дал Иисусу помазать брением свои глаза и безукоснительно исполнил приказание, при том, что Иисус не сказал, что он прозреет. Так смоем же водой купели Силаам, то есть посланного, так означает слово Силаам, брение, которым помазаны глаза, чтобы после этого нам обрести способность видеть. И помышляя, что брение – это начало стихии, поучений Божьих, которым, как младенцы, молоком мы питаемся, когда же минует младенчество, и мы вкусим твердой пищи, то отвергнем брение, чтобы вернуться к Иисусу». Христос не просто делает брение и намазывает ему лицо, Христос говорит: «И сказал ему: пойди умойся в купальне Силаам», что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. А при чем тут вообще эта купальня? Немножко непонятно. Скорее всего, Христос знал, что этот человек очень почитал эту купель, потому что многие люди, которые там собирались, отлично знали, что когда ангел сходит на эту воду, она начинает бурлить, и кто первый войдет в эту воду, тот получит исцеление. Но этот слепой никогда не мог оказаться первым, потому что более расторопные первыми прыгали, и было исцеление от ангела. Казалось бы, там исцеление от ангела, а тут сам Христос. Христос учитывает особенности, даже субъективные особенности нашего религиозного восприятия. Это условности некие. Христос мог бы все это игнорировать, но, как сказано о Христе, он трости надломленной не переломил и льна курящегося не угасил. Он именно поддерживал веру человека, насколько возможно. А у этого человека, похоже, была вера в Силаамскую купель, куда Христос его и отправил. Ориген пишет: «И сказал ему: пойди умойся в купальне Силаам. Но он, Христос, исцеляет его не в своем присутствии, а приказывает, отойдя, умыться, и умывшемуся дарует исцеление. Это было частью его домостроительства, его Христа, чтобы ни от кого не скрылось совершившееся чудо, как когда он приказал расслабленному взять свою постель в день, в который нельзя было этого делать, то есть был субботний день, чтобы тем самым каждый, хотя и порицая противозаконность совершившегося чуда, постиг величие совершившегося в том, кто его совершил. Так и здесь тому, кто находился далеко от купели, он приказал пойти умыться». Получается, что в одних случаях Христос запрещает рассказывать о своих чудесах, а в других случаях он, наоборот, говорит человеку: встань, возьми постель, иди домой. А ты вот отправляйся в Силаамскую купель, а там огромное количество людей всегда собиралось у этой купели. Тут соседи, и видевшие прежде, что он был слеп, потому что он пришел назад зрячим, говорили: не тот ли это, который сидел и просил милостыни? Иные говорили: это он, а иные: похож на него. Он же говорил: это я. Тогда спрашивали у него: как открылись у тебя глаза? Он сказал в ответ: человек, называемый Иисус, сделал брение,
помазал глаза мои и сказал мне: «Пойди на купальню Силаам и умойся». Я пошел, умылся и прозрел». А здесь немножко непонятно, почему его люди не узнают. Потому что люди привыкли видеть его слепым. Почему иногда нас не узнают? Когда мы переживаем нравственное возрождение, люди, которые привыкли видеть нас там, в состоянии греховном, они не могут понять, что же с нами произошло, почему мы так изменились. А если люди что-то не понимают, они начинают бояться. Один человек мне рассказывал, что он уверовал во Христа на зоне, когда сидел в лагере. И до этого он был очень дерзким преступником, а когда он уверовал, его вызывает начальник этой зоны и говорит: «Саша, чего ты связался с этими попами? Зачем тебе это надо? Живи как все. Хочешь, я тебе водки налью?» Достают там из сейфа бутылку водки. «Хочешь, посидим, покурим?» А этот Александр спрашивает: «Вы же всегда от нас требовали, чтобы мы исправились. А почему у вас теперь такая реакция?» И этот начальник зоны говорит: «Да странно это все, странно это все». Действительно, для людей, которые привыкли видеть нас в каком-то греховном состоянии, странно понять, что мы можем измениться в лучшую сторону. Вот мы устроены так, что о каждом человеке мы судим по последней встрече с этим человеком. И если мы видели его в каком-то негативном свете, то нам представляется, что он все время пребывает в таком же состоянии. Все время. Но себя мы так не воспринимаем. Себе мы всегда находим извинения. И когда мы выглядим совершенно безобразно, даже наша память человеческая так устроена, мы быстро это забываем и перестаем краснеть. Может быть, это такой инстинкт самосохранения срабатывает внутренний. Так вот, если мы себе находим всякий раз извинения, мы должны научиться находить извинения и для других людей и верить в возможность их исправления. Блаженный Августин пишет: «Вот он сделался вестником благодати, вот он благовествует, свидетельствует, видя. Он считался слепым, и сердце нечестивых сокрушалось, ибо они не имели в сердце того, что он уже имел на лице». Человек, который переживает подлинное исцеление от Бога, он переживает его и с нравственно-моральной точки зрения. И это отражается как-то во внешнем виде человека. И мы читаем далее. «Тогда сказали ему: где он?» То есть, где тот, кто тебя исцелил? Он, бывший слепец, отвечал: «Не знаю». Повели сего бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: «Брение положил он на мои глаза, и я умылся и вижу». Тогда некоторые из фарисеев говорили: «Это не от Бога. Этот человек, потому что не хранит субботы, он не от Бога». Другие говорили: «Как может грешный творить такие чудеса?» И была между ними распря. Здесь мы видим, какая реакция представителей религиозного эстаблишмента на это чудо. Само чудо их мало интересует. Любое подлинное чудо, оно может оставлять место для сомнения, иначе бы оно было бы насилием
над свободной волей человека. Но их интересует тут некая формальность. Иисус не имел права, как думают они, делать брение в субботу, потому что это день покоя, и никакая работа не делается в этот день. И это для них было очень важно, и они готовы преследовать Иисуса за то, что Он исцелил этого человека. Но разве этот слепой пребывал в покое, будучи слепым? Он с детских лет, как только начал себя осознавать, пребывал в беспокойстве, понимая, что он негативно отличается от других нормальных людей. И когда Христос его исцелил, Христос даровал ему именно покой. Шаббат, суббота – это слово и означает покой. Но их реакция была другая. Блаженный Августин пишет, что же они говорили, не видя, не будучи помазанными, то есть они сами не видели, не различали красок духовного мира, они сами были духовно слепы. Не было помазания от Духа Святаго на этих людях. Что же они говорили, не видя, не будучи помазанными, не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Он сам, Христос, лучше хранил, будучи без греха, так как Христос безгрешен, все его действия угодны Богу Отцу. Августин продолжает развивать эту мысль. Ведь это духовная суббота, не иметь греха. Действительно, грех делает нас беспокойными. Ведь это духовная суббота, не иметь греха. Затем, братья, Бог заповедует следующее, говоря о субботе. Никакой работы не работайте. И услышьте Господа, всякий делающий грех есть раб греха. Они же, как я сказал, не видя, не будучи помазанными, телесно соблюдают субботу, а духовно нарушают. Действительно, телесно они могли ничего не делать. Но в голове каждого из них могла находиться целая чехарда каких-то действий греховных, как следствие каких-то воспоминаний. И покой субботний не достигался для души, для духа такого человека, какого-нибудь фарисея. Но они очень беспокоились по поводу внешней стороны этой ситуации. Но реально Христос, который есть Господин субботы, то есть Господин покоя, исцелив этого человека, Он ввел его в покой свой и успокоил его. Состояние греха – это не есть состояние покоя. Ведь духовная суббота, как настаивает Августин, не имеет греха. То есть духовное успокоение предполагает отсутствие греха в жизни человека. А если грех есть, нераскаянный грех – это источник беспокойства. Далее читаем 17 стих. «Опять говорят слепому, ты что скажешь о нем? Потому что он отверз тебе очи». Он сказал, это пророк. Очень интересная такая постановка вопроса. Опять говорят слепому, ты что скажешь о нем? Потому что он отверз тебе очи. То есть ты с ним общался, мы-то не общались. И этот слепец говорит, это пророк. В понимании евреев того времени самый высокий уровень духовного состояния для человека – это пророческое состояние. То, что Бог может воплотиться на земле, об этом даже они не могли предполагать. Поэтому этот слепорожденный говорит о самом возвышенном, что может произойти с человеком,
это пророческое состояние, и он говорит, это пророк. То есть как Моисей Боговидец был пророком, как Давид был пророком и так далее. Блаженный Августин пишет, и была между ними распря, этот день отделил свет от тьмы. Они искали как бы опорочить человека, так что изгоняют его из синагоги, но Христос находит его. Но он все время говорил о том, что чувствовал этот человек. Он сказал, это пророк. То есть это было его отношение, это его чувство. Еще не будучи помазанным в сердце к этому времени, он еще не признает Сына Божия, но и не лжет, однако. Ведь сам Господь говорит о себе, не бывает пророка без чести, разве только в Отечестве своем. Действительно, каждый человек, который говорит о Христе, он передает то, что он чувствует. И очень удивительно, что мир не может не чувствовать ничего о Христе. Так Энгельс настаивает на том, что Христос, без сомнения, был первый социалист, коммунист, потому что Христос называл блаженными нищих, и Христос кормил хлебами нуждающихся, а потом, когда возникла община первых христиан, у них не было частной собственности, у них была коммуния, все приносили имение, слагали к ногам апостолов, а те разделяли каждому по нужде. Поэтому сам термин «коммунизм», он, кстати, евангельского происхождения, из книги «Деяний святых апостолов». Один кришнаит мне сказал, без сомнения Христос – это великий преданный. Один хиппи сказал мне, Христос точно был хиппи, у него не было постоянного места жительства, он перемещался с места на место. Это было в советское время, тогда тоже хиппи любили странствовать, особенно автостопом. Мусульмане говорят, что это пророк. Они так говорят об Иисусе, потому что в их понимании человек самое высокое может стать пророком. Все хотят видеть Христа в своих рядах. И они передают свои чувства о Христе. Но человеческие представления о Христе – это одно, а есть божественная реальность. Иисус Христос – это Бога-человек. Это Сын Божий и Сын человеческий. Но исповедовать это может только тот, к сердцу которого прикоснулся сам Бог-Отец. Ибо когда апостол Петр в Кесарии Филипповой исповедует Иисуса Христа Мессией и Сыном Божиим, то Христос говорит, не плоть и кровь тебе открыли это, а Отец мой, который на небесах. Значит, когда мы придираемся к людям и говорим, ты неправильно думаешь о Христе, это дерзость с нашей стороны, потому что человек передает ощущение своего сердца. А чтобы ему правильно разуметь, надо, чтобы Бог Отец прикоснулся к нему. И если мы христиане и верим, что Иисус Христос действительно Сын Божий, это значит, Бог Отец прикоснулся к нам. Ибо плоть и кровь не может нам открыть эту истину. Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел. То есть они впадают в такое бесчувствие, потому что разрешить противоречие им сложно. Если он нарушает субботу, то он неправедник. А как он там может исцелять? Значит, это было не исцеление. Тогда иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего. И спросили их, это ли сын ваш, о котором вы говорите, что он родился слепым? Уже какое-то обвинение им предъявляется. Как же он теперь видит? Родители его сказали им в ответ,
Мы знаем, что это сын наш, и что он родился слепым. А как теперь видит, не знаем. Или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах самого спросите, пусть сам о себе расскажет. Ориген пишет, помимо лжи они согрешили, навлекая на собственного сына очевидную беду. Я думаю, по этой причине Христос не отверз очи слепому ребенку, но совершеннолетнему. То есть Христос мог его исцелить раньше, но он его исцеляет, когда он уже взрослый. Чтобы он смотрел как муж, как самостоятельный человек. Таковы были и остальные слепые, которые прозрели, и правда, что, будучи в совершенных летах, он мог возвестить о себе, а главное, что Иисус заставил его прозреть. Ибо ему не нужно никого другого, кто изъяснялся бы за него. То есть это было деятельное чувство этого человека, деятельное некое решение исцелиться, но он не мог его никак реализовать. И то, что происходит, это действие самого Христа в жизни этого человека. Одна женщина мне как-то сказала, я так усердно молюсь, прошу Бога об одном деле, и ничего не получается. Я говорю, ну, Господь лучше знает, надо нам это или не надо. И Господь лучше разумеет, готовы ли мы сейчас получить то, о чем просим, или, может быть, должно пройти какое-то время. Я помню, когда я служил на Ордынке, там была одна прихожанка, которая очень переживала за своих детей и внуков. Она была очень пожилая женщина, и ее дети и внуки были уже вполне состоявшиеся люди в возрасте. И получилось так, что она все время подходила к каждому священнику в этом храме и подавала записки за этих своих детей и внуков. И мы знали эту ее беду, как она переживает. Потом она умирает. И это было такое потрясение для всех членов ее семьи, что уже во время отпевания мы почувствовали, как они тянутся к нам. И они говорят, вот мама хотела, чтобы мы ходили именно в этот храм. Вот мы сюда впервые пришли, вот мы ее отпеваем. Что мы должны делать? Ну, мы объясняем, что надо исповедоваться, надо причащаться, воцерковляться. И начинается процесс их воцерковления. И мы так, священники, друг на друга однажды посмотрели, и старший сказал, она, наверное, это видит оттуда. Она же всю жизнь молилась, она всю жизнь переживала. Но вот почему-то Господь так сделал, что ее уход как раз оказался той точкой отсчета, после которой начинается обращение всех ее близких, исполнение всех ее молитв. То есть Господь на самом деле действительно лучше знает, когда и что должно произойти. 22 стих. «Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, то есть Иисуса, того отлучать от синагоги». Поэтому они немножко как бы лукавили. Августин пишет, «Ведь он наш сын, но справедливо было бы заставлять нас говорить о младенце». Что это значит? Они как бы говорят, он наш сын, и справедливо было бы говорить за младенца, так как сам о себе он, младенец, говорить не может. А этот, он давно говорит, видит, правда, недавно,
Мы знаем, что он слепой от рождения, знаем, что давно говорит, видим, что недавно прозрел. Самого спросите, чтобы понять, что же нас обвиняете. Так отвечали родители его, потому что они боялись иудеев. И далее мы читаем, посему-то родители его и сказали, он в совершенных летах, самого спросите. Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему, воздай славу Богу, мы знаем, что человек тот грешник. Он сказал им в ответ, грешник ли он, не знаю. Одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу. Снова спросили его, что сделал он с тобою? Как отверз твои очи? Отвечал им, я уже сказал вам, и вы не слушали. Что еще хотите слышать? Или и вы хотите сделаться его учениками? Они же укорили его и сказали, ты ученик его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, сего же не знаем, откуда он. Действительно, по-настоящему они не знали, откуда он. В некоторых случаях они говорили о нем, не плотников ли он сын, не плотников ли он сын. Но в этой ситуации они говорят более правильно. Мы не знаем, откуда он. Христос из лона Отча, предвечно рождаемый Сын Божий, сам Бог, который воплотился на земле. И эта тайна раскрывается для немногих. Августин восклицает, «Такое проклятие на нас и на наших детях, проклятие, если ты разбиваешь сердце, а не взвешиваешь слова. Мы Моисеевы ученики, мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, всего же не знаем, откуда он. Если бы вы знали, о чем Бог говорил с Моисеем, вы бы знали, что через Моисея был предвозвещен Бог, Христос. Ведь Господь говорит вам, ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал обо мне. Итак, вы не следуете за рабом и поворачиваетесь спиною Господу, то есть вы не принимаете свидетельство простого человека, и Господу Христу поворачиваетесь спиной. Но вы и не следуете за рабом, ведь через него вы могли бы быть приведены к Господу. То есть Господь послал его в Силаам, чтобы через это явное чудо именно до этих людей достучаться. Конечно, Господь исцеляет человека ради самого человека, но при этом Господь имеет цель благую через это чудо обратить и других. И далее мы читаем 30-31 стих. «Человек, прозревший, сказал им в ответ, «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога, творит волю Его, того слушает». Вот этими словами он передает как бы точку зрения иудеев того времени, что Бог слушает только праведных. Но так ли это? Ориген пишет, такое представление, если бы оно было истинным, что Бог не слушает грешника, не покрывалось бы молчанием, но было бы высказано кем-нибудь, заслуживающим доверия, скажем, служителем Бога или кем-нибудь из пророков. Но нигде в Писании не сказано, что Бог не
слушает грешников. Такого нет. И здесь ошибку допускает уже этот слепорожденный. Как же, если грешника не слушал Господь, грешники научились бы говорить: «Оставь нам беззаконие наши, как и мы оставляем должникам нашим». Так кого же слушает Бог? Стремящихся к покаянию грешников. Хотя бы они еще не перестали быть грешниками. Если бы Бог не слушал грешников, Спаситель наш не ел бы и не пил с мытарями и грешниками. Но не слушая тех, кто по немощи нуждается во враче, Он не исцелил бы их. Почему, когда совершается молитва грешников, но не в конец лишенных веры говорится: «Если беззаконие найдешь, Господи, кто устоит?» Это молитва Давида. Может быть, не о молитве грешника, но о таковых делах говорит он, каковы были дела Иисуса. Ибо когда просят о таковых делах, Бог грешников не слушает. Ориген резюмирует, что мы можем предположить, что во всех случаях Бог слышит грешников, но вот если бы грешник попросил бы кого-то исцелить чудесным образом, здесь бы действовал бы принцип «исцелися сам сначала». И действительно, молитва праведного, она более будет услышана Богом. Но с точки зрения покаяния Бог слушает каждого грешника, независимо от глубины его падения. И мы знаем, что на Голгофе была молитва благоразумного разбойника, которая была услышана, когда он просил: «Помяни меня, Господи, егда придешь и во царствие Твое», и в тот же день он оказался в раю. Далее. «От века не слышано, чтобы кто отверз очи слепорожденному, если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего». Эту речь продолжает слепорожденный, исцеленный от этого. Сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» Так на самом деле каждый человек рождается во грехе. Даже псалмопевец Давид восклицает: «В беззаконии зачат я, во грехе родила меня мать моя». Но эти люди, представители ветхозаветного церковного эстаблишмента, они были слишком гордые, очень высокого мнения о себе. «Во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?» Как будто они какие-то другие люди, особые люди. «И выгнали его вон». То есть им стало невыносимо беседовать с этим человеком, сам вид которого доказывал, что Христос – это необычный человек. Потому что если Христос его исцелил, то надо, по крайней мере, задачить себя вопросом, а кем же он является. Для себя этот бывший слепорожденный, точнее, бывший слепец, он уже сказал, он пророк, но ему надо еще познать, что Христос – Бог и Сын Божий. Итак, они выгоняют его из синагоги, по сути дела, и далее он переживает встречу с Христом. То есть, когда тебя выгоняют из синагоги, ты можешь встретиться со Христом. А как это аллегорически применимо к нашей ситуации? Есть люди, которые всегда нам ставят на вид наши грехи. Они всегда придираются к нам, особенно к нашему греховному прошлому. Они ничего не прощают другим, правда, всегда прощают и все себе. И когда мы приходим в отчаяние от таких людей, нам надо понять: Христос примет нас. Если люди отгоняют нас, то Христос протянет нам руку помощи. Он не оставит нас в одиночестве. И мы читаем сразу далее: «Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его в таком вот разбитом состоянии, сказал ему:
«Ты веруешь ли в Сына Божия?» Он отвечал и сказал: «А кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Августин пишет: «Действительно, Бог слушает грешников. Но тот, кто это сказал, еще не омыл лик сердца в купальне Силаама, с его глазами совершилось таинство, но в сердце еще не совершилось милости и благодати. Он переживает на себе это чудо, но он не понимает, как Бог может его услышать. С его глазами совершилось таинство, но в сердце еще не совершилась милость благодати. Когда этот слепой омыл лик сердца своего, когда Господь допустил его, выгнанного вон иудеями, к себе, ведь он нашел его и сказал ему, как мы слышали: «Ты веруешь ли в Сына Божия?» А тот: «А кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Ведь он действительно уже видел глазами, а сердцем? Сердцем еще нет. «Подождите, скоро будет видеть». И Иисус сказал ему: «Я, который говорю с тобою». То есть он спрашивает: «А кто он, Сын Божий?» Христос отвечает: «Я, который говорю с тобою». Разве он сомневался? Он немедленно омыл лицо, ведь с ним говорил Силаам, что значит «посланный». Кто был послан, если не Христос? Кто часто свидетельствовал, говоря: «Я творю волю Отца моего, пославшего меня», значит, он, Христос, сам был Силаам. Пришел слепой сердцем, услышал, поверил, взмолился, омыл лицо и увидел. То есть теперь он увидел не только физическими очами Иисуса, он духовно в сердце узрел Иисуса как Сына Божия. Иисус сказал ему, этот человек спрашивает: «А кто он, Сын Божий?» Иисус сказал ему: «И видел ты его, и он говорил с тобою». Он же сказал, теперь он понял: «Верую, Господи», и поклонился ему, как Сыну Божию, то есть как Богу. Иларий Пиктовийский пишет, почему Господь спрашивает его, уже здорового и изгнанного из синагоги: «Ты веруешь в Сына Божия?» Чтобы тот не думал, что для него потеря лишиться синагоги, ибо ему исповедание веры во Христа возвращает бессмертие. А тот все еще в сомнении говорит: «Кто он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» А он Христос, не желая, чтобы длилось неведение того, кто после исцеления очей был одарен пониманием такой веры, сказал так: «Ты и видел его, и тот, кто с тобою говорит, это он». Неужели от него, как от остальных, кто просил о здравии, Господь требует исповедания веры для того, чтобы тот удостоился исцеления? Никоим образом. То есть Господь может исцелить и человека, который имеет какие-то неправильные религиозные представления. Но только потому, что он ответил: «Верую, Господи», ибо вера в ответе должна была принести исцеление не слепоты, но жизни. Таким образом, когда мы переживаем только физическое исцеление, на самом деле это отсрочка смерти, отсрочка приговора, который неизбежно нас настигнет. Но когда мы переживаем духовное возрождение, духовно-нравственное исцеление, это уже отмена приговора, ибо человек, рожденный для Бога во Христе и со Христом благодатью, он уже не умирает,
Для него смерть – это переход от одного формата жизни к другому. И смерть духовная уже не имеет над ним никакой власти. «И сказал Иисус, на суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Что значит «невидящие видели, а видящие стали слепы»? Невидящие – это, прежде всего, язычники. Они вообще ничего не видели, ничего не слышали о Боге. А видящие – это Израиль. Великими чудесами и знамениями Бог ввел их из Египта, но они оказались неблагодарны и сейчас пребывают в слепоте, как апостол Павел пишет. И ныне, когда они читают закон, покрывало неведения, слепоты лежит на их глазах. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: «Неужели и мы слепы?» Иисус сказал им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха». Ну, человек слеп духовно, но он не понимает, что Христос – Бог. Он не понимает, что в церкви таинство. Он не может левую руку от правой отличить. Чего ж с него спрашивать-то? Иисус сказал им: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Действительно, кому много дано, с того много и спросится, а еврейскому народу было дано очень много. Среди них были пророки, сам Христос пришел к ним прежде всего, как сказано, пришел спасти людей своих от грехов их. И апостолы, когда посылались на проповедь, сначала только к ним, как Христос говорит: «К язычникам не ходите, в города самарянские не заходите, идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева». Но они оказались слепы, невосприимчивы к свету. А почему? Христос говорит: «Я есть свет, а вы во тьме ходите. Во свете обнаружатся ваши злые дела. Вот почему вы не идете ко свету». Привязаны к своим грехам, порокам, беззаконным деяниям. Вот причина нечувствия Христа. Они боялись к Нему приблизиться. Некоторые из них были по закону непорочны, как они думали. Вот был такой Савл, смутьян, враг христианства. Потом он становится первоверховным апостолом Павлом. И он сам о себе свидетельствовал: «Я по закону непорочный, ища оправдание во Христе, оказался грешником». Что значит «по закону непорочный»? Он не убивал. И с точки зрения закона, формальной логики закона, он не нарушитель этой заповеди «не убий». Но он одобрял побиение камнями архидиакона Стефана. Ему по малолетству только не разрешили участвовать. Так он охранял одежды тех, которые, чтобы более свободно кидать камни, они сняли с себя эти одежды. Он дышал угрозами и убийствами на других христиан. А Христос учит: гневающийся на брата уже человек-убийца. Он был по закону непорочен с формальной точки зрения, сказано, не прелюбодействуй. Он мог придерживаться этого и в иудаизме, но мысли-то могли быть в голове. Неизбежно настигали его в его иудейской молодости, такой суетливый. А Христос говорит: «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с нею в сердце свое». Таким образом, они не шли за Христом, потому что, приближаясь к свету, они начинали видеть свое несовершенство. И от этого приходили в ужас и шарахались опять во тьму подальше от Христа. А мы входим в этот свет. И мы хотим, чтобы Господь высветил бы в нас все наши недостатки, указал бы нам на них –
и помог бы нам пережить исцеление, не только физическое, но и духовное. Спаси вас, Христос!